В воскресенье произошла авария, в которой погибли 6 татарстанцев. Еще несколько человек находятся в больнице. Об этом, а также о том, как сделать безопаснее пассажирские перевозки, говорим сегодня в программе «Главные новости». В студии Лейсан Абдуллина. Здравствуйте. Если у вас есть что сказать по данной теме, высказать свое мнение, пожелания, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира, который вы видите на своих экранах. А я представляю нашего гостя. Сегодня у нас Сергей Сотников, председатель комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Здравствуйте, Сергей Александрович. Итак, возвращаясь к теме основной, которую мы сегодня заявили, напомню, в воскресенье автобус с туристами из Татарстана на трассе Башкирской Уфа-Белорецк перевернулся. В автобусе было 39 человек, 6 из них погибли. В автобусе ехали жители Набережных Челнов. Давайте посмотрим сюжет, чтобы увидеть, вспомнить, как это было. Анализируя факты, эксперты говорят о том, что к трагедии привел целый ряд обстоятельств. Большинство из погибших и пострадавших пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. А сам автобус, видимо, находился в довольно плачевном состоянии. При аварии кресло буквально поотрывало с мест. Шансов уцелеть в такой мясорубке было очень мало. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе населенного пункта Ирныкши, погибло 6 человек. В лечебное учреждение доставлен 21 человек, из них 2 ребенка. Госпитализированы 8 человек, из них 1 ребенок. 13 человек, в том числе 1 ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пассажиры автобуса в количестве 13 человек доставлены в пункт временного размещения. На данный момент в ПВР остается 4 человека. 9 уехали с родственниками домой. Водитель автобуса 18 раз привлекался за превышение скорости, но это не повод запретить ему возить пассажиров, считают в автотранспортном предприятии, на котором последние 2 года работал мужчина. Между тем, в тот роковой вечер, несмотря на непогоду, водитель опять же не счел нужным ехать помедленнее. В результате многотонную машину занесло на мокрой дороге, ставший неуправляемым. Автобус пересек встречную полосу и рухнул в кювет. 39 пассажиров и водитель оказались заблокированными в салоне. Первыми на помощь пострадавшим пришли мимо проезжавшие автомобилисты. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Расследование взяли под контроль прокуратура и Следственный комитет. В то же время в набережно-челнинской компании «Альтекст», которой принадлежал автобус, сообщили, что несмотря на многочисленные нарушения, попавший в аварию водитель был и остается одним из лучших на предприятии. Нарушать можно и на своей легковой машине. Это же за весь период. Права у него очень давно. У нас таких автобусов, надо посчитать, какое количество у нас. Проблем не было. Автобус хорошего качества. На сегодняшний день в Министерстве здравоохранения Республики принято решение о транспортировке 5 пострадавших в больницу Набережных Челнов. 2 татарстанцев пока останутся в лечебном учреждении Уфы. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент Республики Рустам Миниханов. Мария Молоченкова, Владимир Ладушкин, новости Татарстана. Сергей Александрович, вот мы с вами сейчас смотрели сюжет. Понятно, что вы на место не выезжали, но тем не менее, мне кажется, в этих кадрах тоже у вас какое-то впечатление свое сложилось. Как вы думаете, что могло сыграть роковую роль вот в этой истории? Ну, обычно в таких ДТП, как правило, несколько факторов. Это дорожные условия, второе – это состояние транспортного средства, и третье – это человеческие факторы, имеется в виду водитель. Я думаю, сейчас рано пока судить, что было ключевым фактором, потому что сейчас идет расследование, мы всех обстоятельств не знаем. После проведенного расследования уже будет понятно, в чем была причина этой аварии. Ну, судя даже вот по кадрам, видно, что автобус буквально как скорлупа, он скукожился, он такой весь действительно там фиксировал, что люди не могли выбраться. Это о чем говорит? Как вы думаете? Я, естественно, не призываю вас оценку давать, ну, категорично. Ну, вообще все автобусы, по большому счету, не рассчитаны на то, чтобы они переворачивались и на крышу. То есть они все, любого производства, они так или иначе складывается. Здесь в первую очередь надо смотреть, были ли пристегнуты пассажиры, потому что все-таки это ключевой фактор. Сейчас с нами на связь из Набережных Челнов выходит Айрат Фатхович Калимулин, директор учебного центра по контраварийной подготовке. Айрат Фатхович, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение. Что сейчас, во-первых, конечно же, в Челнах говорят по поводу этой аварии специалисты, ваши коллеги? Ну, у коллег вывод однозначен на сегодняшний день. Исходя из той информации, которую мы имеем, понятно, что налицо ошибка водителя. И на самом деле это стандартный пример, когда, ну, исходя из этой из полученной информации, что водитель просто путает понятие, что такое разрешенная скорость и что такое безопасная скорость. Потому что если предположить, что, исходя из информации, что он двигался со скоростью 100 км сейчас в таких условиях, понятно, скорость вроде бы разрешенная, а исходя из условий эксплуатации, конечно, это превышение. И мы так поняли, что водитель представлял одну из действительно крупнейшую там автоперевозок компанию. Тем не менее, скажите, пожалуйста, уровень подготовки водителей и в этой компании, и вообще, на ваш взгляд, вот те, которые проходят через вас, слушатели, насколько он сегодня соответствует необходимому уровню для безопасных перевозок? Ну, проблемы на сегодняшний день это очень острые, потому что дефицит кадров на сегодняшний день приводит к диктату со стороны водителей, и не каждый руководитель автопредприятия может выставить высокие требования к своим сотрудникам. Конкретно это предприятие фирмы «Альтекс» у нас подготовку не проходили. Мы знакомы с этой фирмой, мы знаем руководителя этой фирмы. Значит, ну, если исходя из уровня, из проверки, из показателей проверки всех водителей автобусов, которые проходили, а мы проверяли с 2004 года, ну, где-то более 15 тысяч водителей, не только автобусов и других водителей, к сожалению, почти 90% водителей, значит, безграмотно в вопросах управления автомобилем. Это простые вопросы, там, не знаю, тормозной путь автомобиля, как правильно обгон выполняется, ну и так далее. А в чем вы видите выход тогда, вот завершающий вопрос? Вы констатируете, что нехватка, неграмотность, это присутствует, а выход-то в чем? Оставить как есть? Нет, оставить как есть это не получается. На сегодняшний день это все-таки вопрос системный. Ведь поймите, на сегодняшний день все законодательство позволяет обеспечивать надежность водителя, надежность перевозок, неважно, грузовые перевозки, пассажирские перевозки. Тут на сегодняшний день отсутствует контроль как таковой. Ведь смотрите, стандартный ответ руководителя автопредприятия на сегодняшний день, если задать вопрос, как у вас обстоят дела с обеспечением безопасности, они скажут, по бумагам у нас полный порядок. У них будут свидетельства, у них будут удостоверения, у них на бумагах будет полный порядок. А фактически, кто проходил подготовку, где они проходили подготовку, была ли на самом деле подготовка. Ведь сегодня не секрет, стандартное свидетельство про подготовку водителя стоит рублей 300, наверное, сегодня. Таких свидетельств можно купить море. Благодарю вас. Напомню, у нас телефон связи был Айрат Фатыхович Калимулин из Набережных Челнов. Сергей Александрович, я хочу вам этот же вопрос адресовать по поводу подготовки водителей. Дело в том, что вот в интернете, в новостных материалах касательно этой аварии, даже такой факт фигурировал, что водитель этот привлекался 18 раз к административной ответственности. Даже если этот факт сейчас немножко в сторону отложить, действительно, мы с вами сейчас не проверим его, уровень подготовки, вот и ваш коллега говорит, вы с ним согласны? Yes. Моим коллегой полностью согласен, потому что уровень подготовки кадров на сегодня очень слабый, потому что в большинстве своем подготовка вся заключается это в получении водительского удостоверения. То есть там заточено не на вождение, а там заточено на знание ПДД. То есть сдал ПДД, вот тебе документ, что ты имеешь право кого-то возить. Что самое худшее, что человек, который получил вот это водительское удостоверение, в процессе своей работы он переподготовку не проходит, а переподготовку нужно проходить. Техника становится другая, сложная, скоростная. Посмотрите, какая сейчас техника ездит. То есть ощущение скорости вообще не присутствует. И вот люди садятся за руль, едут, у них ощущение, бдительность теряется. И, соответственно, высокие скорости особенно замыливают восприятие. Ну, конечно, то есть если человек едет в комфорте и при каких-то обстоятельствах превышения какой-то скорости ему сходит с рук, у него становится самоуспокоение. Особенно это происходит с водителями с большим стажем. То есть водители, которые много лет за рулем, они становятся... Ложные ощущения? Конечно, они ощущают себя большими специалистами, большими профи. А по факту, если провести независимую оценку, как они...
эти водители за рулем ездят. Я думаю, что вот он, Айрат Фатахович, правильно сказал, что 90% выявится масса ошибок. Я считаю, необходимо проводить среди водителей переподготовку хотя бы раз в 5 лет. И эта переподготовка должна быть не формальностью, а это должно быть действительно специальные программы, тренажеры, потому что водители, которые судьбы людей, это же не игрушки. Но это останется только вот на словах? Мы просто сотрясаем воздух? Или все-таки, знаете, какие-то инициативы вы предпринимаете? Понимаю. Вы знаете, сейчас за последние годы инициативы есть и со стороны государства. Посмотрите, есть программы там по безопасности дорог, есть ужесточение правил для перевозки пассажиров, там ввели опять лицензирование. То есть работа ведется. К сожалению, любая работа, она имеет свой какой-то временной отрезок. То есть невозможно подписать постановление завтрашнего дня безопасности на дорогах. Это все, на это все нужно время и ресурсы, потому что без вложений со стороны государства в отрасль дорожной, то есть безопасность не достигнется. А давайте посмотрим, что считают наши телезрители по сегодняшним вопросам. Мы тему обозначили опроса традиционного следующим образом. Считаете ли вы междугородние автобусы безопасным видом транспорта? И вот что ответили наши телезрители. Да, по сравнению с другими видами транспорта. 15, почти 16% опрошенных сообщили. Нет, не все водители имеют опыт и квалификацию, считает 80% наших опрошенных телезрителей, и 3,5% воздержались. А как вы можете прокомментировать вот этот вопрос? В принципе, это соотносится с тем, что я только что сейчас сказал. Мы же все ездим в общественном транспорте и в автобусах, мы все это видим. Но я бы добавил, мы не только ездим, мы даже видим, как водители водят эти автобусы, да, или там грузовые транспорты, или пассажирские. Мы же все это видим, и все это прекрасно понимаем. Но мы все время надеемся на наши авось, что с нами тоже все будет хорошо. И вот по вопросу пристегнутых ремень, ну, положа руку на сердце, я сомневаюсь, что кто-то особенно любит пристегиваться в автобусах при перевозках между городами. Я вам честно признаюсь, я ездила тоже, групповые как раз перевозки были с разными целями, и всегда мне попадались водители, которые очень четко следили за тем, чтобы были пристегнуты ремни, и, естественно, в этот момент ты понимаешь, что это действительно серьезный вопрос. Немножечко спектр нашего внимания хочу переключить на другое. Еще лет 10-15 назад наша с вами известная дорога, например, если говорить о Челнах, Казань-Челны, называли «дорогой смерти». Она была действительно очень узкая, она была плохого качества. Сейчас совершенно история поменялась. Но вот дороги остальные в республике, как вы их оцениваете, на ваш взгляд? Нуждаются ли они в реконструкции или достаточно хороши на фоне, как мы знаем, особенно соседних регионов? Я согласен, что смотря с чем сравнивать, но я считаю, нет предела совершенства. Я в силу своей работы понимаю, какие дороги в других регионах, и у нас одни из лучших дорог в регионе. Но останавливаться нельзя, нужно продолжать в этом направлении работать, и включая региональные дороги, потому что федеральные дороги, понятно, отремонтировали, реставрировали, они стали хорошие, двухполосные, разделительными полосами. Ну и то же самое надо делать и на региональных дорогах. У нас с вами есть звонок в студию. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я знаю, что с июля месяца какие-то новые правила вступили по лицензированию перевозок, ужесточены, да? И мне кажется, надо дополнительный какой-то инструктаж с водителями проводить, чтобы это службы проводили. И технический осмотр этих автобусов. Дело не то, что люди не пристегнулись, а полностью виноват этот водитель, у которого 20 нарушений. И если бы мы жили в нормальной стране, то люди бы, погибшие вот родственники, они бы этот парк просто бы там, люди выплачивали пожизненно это, миллиардные просто состояние бы этим людям. А в нашей стране вот все обойдется, простые смертные погибли, и никому до этого дела нет. Вот, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Естественно, пока клеймить не будем водителя. Считаю, здесь немножко как бы перегиб. Во-первых, водителя еще никто не признал виновным, поэтому нельзя о нем так говорить. Это раз. Во-вторых, вот это 18 нарушений, мы же не знаем за какой-то период, насколько они злостные нарушения, и ведь
там превышение скорости, они могли быть там на 3-4 км в час. Надо все-таки разобраться в этой ситуации и сделать все-таки правильные выводы. И наша задача не найти виновное у кого-то, наказать и не провести очередной инструктаж для галочки. Необходимо создать систему, которая позволит минимизировать, так скажем, человеческие, так скажем, гибель людей на дорогах. Вот основная задача. И нужно делать систему. И сейчас в этом направлении работа движется. Но надо еще усилить эту работу. Я хотела бы сейчас вспомнить еще одну аварию, которая ровно 2 года исполнилась со дня другой страшной аварии под Заинском в ночь с 1 на 2 июля 2017 года. Автобус «Неоплан» столкнулся с КАМАЗом. Тогда погибло 14 человек. Вот сколько длилось расследование? Чем оно тогда закончилось? Расскажите, пожалуйста, в курсе. Ну, там разобрались, и, насколько я знаю, там виновным признан водитель, и, и у него есть уголовное наказание за ту трагедию, которая произошла. Но, видите, опять человеческий фактор, опять водитель. Вот эти кадры мы как раз... Да. Вот все-таки возвращаясь к автобусу, к транспорту, да, вы уже сказали, что действительно меняется техника, она сейчас очень скоростная, буквально там сходу может набрать скорость, но тем не менее вот безопасность автобусов, которые выпускаются в рейсы на такие большие расстояния, они насколько соответствуют действительно требованиям безопасности, опять же подчеркиваю. Требования безопасности к автобусам существует. Этот автобус, если бы не соответствовал этим требованиям, он бы на дорогу не вышел. Это первое. И второе, все-таки автобусы, они не рассчитаны на то, чтобы переворачивались и вылетали на большие скорости в кювет. Поэтому сделать такой автобус, который будет рассчитан на то, чтобы в кювете он переворачивался по несколько раз, это же совсем другая, совсем другие требования. То есть это нереально такие автобусы делать. Ну хорошо, вот сейчас многие говорят, водитель, да, тем более водитель остался жив в этой истории, и, думаю, ответят на вопрос как раз следственных органов. Но, тем не менее, мы знаем прекрасно опыт Запада, Европы, где по 2 водителя сопровождают такие перевозки. Наша история, как вы знаете, думаете? Знаете, как все зависит от того расстояния, на которое транспортное средство, ну, вот этот автобус уезжал, мы же не знаем, сколько времени водитель провел за рулем. Я думаю, что режим труда и отдыха он соблюдал, потому что сейчас в автобусных парках за этим строго следят и говорить об этом рано. Но вот вы сейчас сказали зарубежный опыт, вы же знаете, что и за рубежом автобусы попадают в аварии, и буквально недавно в Турции тоже автобус перевернулся. То есть это беда, так скажем, всех, потому что все путешествуют, все хотят передвигаться, и здесь нужно очень, так, я считаю, идти по всем направлениям системно. Это сами дороги, чтобы они были безопасны, и, соответственно, водители. Их нужно постоянно учить и учить, чтобы они умели в таких тяжелых условиях как раз вот предотвращать такие аварии. Вот эта система нужно делать. Здесь история произошла с автобусом, который был по заказу, да, официально оформлен заказ. Я бы хотела сейчас услышать ваше мнение по другим автобусам. Мы знаем с вами прекрасно про серые маршруты, да, это система коммерческих перевозок междугородних, когда люди там по системе такси, где не зафиксированы, как правило, они не приезжают на автовокзалы, они собирают людей в Казани около определенных точек, и я знаю, что уже много лет идет борьба с этим неофициальным серым рынком перевозок. Как сейчас обстоят дела? И собираетесь ли вы дальше все-таки контролировать? Я понимаю, это немножко вопрос не ко мне, потому что все-таки это автобусные перевозки. Насколько я знаю, работа в этом направлении ведется. И вот то, что вот с июля там лицензирование ввели, это один из этапов, так скажем, борьбы с серыми перевозками. Я думаю, работа будет продолжаться и результат будет. Но вопрос во времени, когда это, к какому времени это все приведет к требуемым результатам. Спасибо большое. Напомню, мы сегодня говорили с Сергеем Александровичем Сотниковым, председателем Комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Желаю вам удачи как раз-таки в этой работе над усилением безопасности перевозок. Спасибо. Это была программа «Главные новости» в студии Лесы Анатольевны. Всего вам доброго.